начинаю новый влог. Сегодня у Кирюшки день рождения, 1 годик. Я уже с утра пораньше сбегала в магазин, купила все необходимое для тортика и решила приготовить сама. Мы вообще планировали купить просто готовый в магазине, но мне вчера вечером перед сном что-то в голову взбрело и захотелось самой сделать. Надеюсь, у меня все получится. Праздновать мы не будем, Марк у нас болеет, я тоже что-то подпростыла. Поэтому так, чисто в семейном кругу. Купила разные вот украшательства для тортика, маракуйя. Здесь залис, виноград, там конфетки. Вставляю первый корж в духовку, как говорится, с Богом, чтобы получилось. Вообще, я уже такие коржи готовила, но вот крем будет на основе творожного сыра сливочного. Надеюсь, у меня все получится. Потом как-нибудь вам, может, даже отдельный рецепт засниму. Ну все, начинаю готовить. Духовка уже разогрелась. Мы уже позавтракали, муж пока еще дома, но сейчас уедет на работу и шарики еще купит. Сделал мне кофе. Руки у меня в муке, в тесте. Ну все, всем приятного просмотра. Я уже приготовила коржи. Вот такие вот получились. Это медовые коржи. Мед, яйцо, 100 грамм масла, сахар, соль, разрыхлитель, ванилин. И вот готово. 4 коржа, циферку сделала. И там вон у меня еще лежат печенюшки, может, украшу. Так, сейчас нужно быстро просто делать торт. Время уже, кстати, 12 час. Я надеюсь, у меня Кирюшка сейчас там уснет, чтобы не отвлекал меня. Нужно быстро делать, чтобы хотя бы к вечеру он немножко пропитался, настоялся торт. Да еще и успеть нужно пофотографировать Кирюху, пока хорошее освещение дневное. Так, крем у меня будет с творожного сыра, вот такой вот сливочный хохланд, 2 упаковки. И очень нужна жирная сметана, я взяла вот такую 25%, как раз по скидке была. Пока всю не высыпаю. И будем делать с сахарной пудрой. Сейчас все взбиваю миксером. Плохо, у меня миксера нет. А нет, что я вру, у меня миксер есть. Я сейчас, наверное, миксеры достану, им лучше будет взбивать. И вот такой у меня советский кондитерский шприц. Будем потом отсаживать крем на коржики. Все, снимать некогда, рецепт некогда снимать. Потом как-нибудь обязательно вам засниму. Ну, нужно поскорее все делать. Такой красавец у меня получился. Пришлось в магазин еще сбегать за одной пачкой творога. В общем, на такой торт с 4 коржей ушло 3 пачки творога и банка сметаны, даже банка с половинкой. Так, нужно поскорее подготовить цифру и декор, пока он немножко у меня здесь постоит в холодном месте. Кирюшка у меня спит. А муж уже скоро будет ехать домой и привезет шарики. Вот такой вот получился. Напишите в комментариях, как вам. Мне кажется, для первого раза сойдет. 1 единичку смастерила. В общем, вот так. Именинник спит, Маркушка тоже лежит, отдыхает. А я пошла наводить красоту. Нужно волосы помыть, да макияж сделать. Помыла волосы. Кирюха у меня спит. Маркушка кушать захотел, насыпала ему. Сейчас села краситься, заказала роллы, 3 вида взяли, и муж еще креветок купил. Вообще, я вчера наготовила кучу всего. Вчера вообще планировала отснять для вас влог кулинарный, но что-то пошло не так. У меня памяти же на телефоне нет. В итоге я вчера влог не сняла, но зато почистила свой телефон. Все видосы, которые для домашнего архива, так скажем, скинула их все на жесткий диск, поэтому у меня хоть чуть-чуть память освободилась, потому что вообще не могла даже предыдущий влог сохранить. В общем, я вчера кучу дел переделала. Что я приготовила? Чистила телефон свой, приготовила Марку макарошки по-флотски. Нам приготовила пюрешку с говядиной, гуляш сделал такой вкусный в мультиварке, прям мясо растушивается. Так, с вами разговариваю и думаю, что говорить, и не могу сообразить, что мне нужно взять в косметичке. Так, потому что Марку говядину нельзя, и вот нам отдельно пюрешку сделала с говядиной, сварила борщ, потом что еще? Приготовила салат, наш любимый печеночный, печень, яйца, крабовые палочки, кукуруза, сыр, майонез,
Приготовила салата очень много. Муж на работу как раз возьмет. И с остатков приготовила еще рафаэлки. Яйца, чеснок, майонез, укроп, крабовые палочки. Все перемешиваешь, шарики делаешь. Внутрь шарика грецкий орех. И в сыре обваливаешь, Марк. Я сейчас буду ругаться. Ты же зачем выключил ноутбук? А? Наклацал? Все, убирай ручку. Все. Вот тут все, посмотри. Включается. Видишь? Тише. Хулиганы такие. Ну, хоть дали мне нормально, спокойно торт сделать. Я так переживала, что не получится, но он уже, кстати, крем очень густой, и торт, кстати, уже хорошенько прям пропитался. Я цифру вставляла, прям коржи мягкие-мягкие. О, Кирюха ворчит. Мама слишком громко разговаривает. Так, ну ничего, пусть просыпается, а то надо фотографироваться. Скоро уже папа наш шарики должен привезти. Так, я еще вчера так устала, вот это вот готовила. Я в 8 часов вечера села только поужинать. Полы помыла, попылесосила. Что еще? Еще что-то я сделала. Кушай давай, Марк. Балуйся, сидишь. В общем, вот так вот. Ну, зато хоть телефон почистила. Так, сейчас будет очень большая ответственность на мне сделать хорошую фотографию и на Кирюхе, чтобы он не крутился, не шевелился и торт мне не расквасил. Так. Сейчас тушь, бровки подкрашу и все, готово. А еще волосы высушить. Вообще надо было торт вчера делать, а сегодня украсить. Но мне вчера перед сном в голову только взбрело. Ну что бы мы в магазине купили? В магазине детских тортов нет. В городе, в город ехать надо искать. У нас в поселке только в Магните какие-то обычные продают. И Екатерина Сладкая магазин есть. Ну там выбор у нас не слишком большой, детский, это творожников мы марку покупали, поэтому что-то мне так захотелось сделать самой. Духовка плохая, поэтому я сейчас торты не делаю, потому что в ней нормально бисквиты не пекутся. Но если этот будет очень вкусный, то в принципе можно такое делать, будет хорошо. Такие коржи пекутся. Ладно, все, буду я краситься, собираться. Мне там еще в зале нужно убраться. Я пока готовила, Марк там все игрушки пораскидывал. А вот наш именинник, да, Кирюшенька? Скажи, мы ждем поздравления. Мы уже готовимся к фотосессии, да, рыбка моя? Ой, какой он красивый, танцует. Танцует воробушек, да? Ой, какой. Ой, какой. Папу ждем. Где, скажи, папа с шарами? Ой, аккуратно, диван сложила. Топ-топ-топ-топ-топ. Уже пофотографировались, никто фоткаться не хотел. Ну, думаю, пару кадров найду к нормальных. Так, мы уже с мужем накрыли на стол. У нас креветочки. Заказала 3 вида роллов. Сделала рафаэлки вчера. Тортик. И салатик. Муж, кстати, мне цветочки подарил. И бутылочку шампанского взяли. Вот такой у нас стол. Праздничный, в семейном кругу посидим. Шарики он у нас тут летает. Да? Именинник наш ворчит, вроде бы поспал.
Да, капризулька. Тоже фоткаться не хотел, но, думаю, найду пару кадров для альбома, да? Нужно альбом сделать. Альбом купили, а фотки я так еще не сделала. Ку-ку! И Маркуха вон с конфеты. Все, будем мы кушать, и всем приятного аппетита. Вышли на балкон свежим воздухом подышать. Солнышко вышло так хорошо. На площадке детишек куча. Мы вышли погулять на площадку. Сегодня очень даже тепло. Стойте, стойте! Стой, 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 стой! Садись, садись, Марк, садись. К нам сейчас в гости приедет коллега моя с работы. Она уже, правда, там не работает, но приедет Кирюшку поздравить в гости к нам. Маркушка такая смешная. Стой, упадешь.